Традиционные типы электронной бумаги, основанные на принципе электрического смачивания, используют принцип изменения угла наклона масляной пленки к плоской гидрофобной поверхности. В отличие от них, в основе EFD дисплеев лежит электрофлюидная технология, основанная на эффекте электросмачивания путем электромеханического давления. Такой дисплей состоит из двух слоев, расположенных позади экрана. Первый слой выполняет функцию прозрачного электрода, второй слой – матрицы из пикселей с миниатюрными резервуарами, заполненными электропроводящим пигментом. Конструкция одного пикселя представляет собой небольшой микрорезервуар, заполненный окрашенной жидкостью. В результате воздействия на резервуар пигмент выдавливается из него и растекается по поверхности пикселя. Вокруг пикселя располагается так называемый объемный канал, по которому движется встречный поток неполярной жидкости. Принцип работы этого дисплея заключается в следующем. Если пикселю прикладывается электрическое напряжение, то пигмент вытесняется из резервуара и заполняет все доступное пространство, окрашивая пиксель и таким образом делая его видимым. При снятии напряжения силы поверхностного натяжения вновь возвращают краску в резервуар. Основными достоинствами этой технологии является высокая контрастность по сравнению с обычными электронными чернилами. Минимальное время отклика, которое вполне достаточно для воспроизведения видео. При этом толщина дисплея составляет всего 15 микрон, что делает потенциально возможным производство гибких и даже скручиваемых дисплеев.